С приходом теплой погоды любители рыбалки, охоты и отдыха на природе достают лодки и отправляются к реке. Для некоторых это большая ответственность подготовить свое плавсредство к сезону, а кто-то в надежде на авось пренебрегает требованиями безопасности и правовыми нормами. Хотелось бы предупредить всех судовладельцев о том, что при выходе на воду необходимо проверить все документы, имеющиеся на маломерные суда, и удостоверение снабжения лодки, и не забывать спасательные средства. Необходимо соблюдать меры безопасности. Запрещена езда в ночное время, в нетрезвом виде, а также с нарушением снабжения маломерных средств. После продолжительного отсутствия в Великом Устюге приступил к несению службы рыболовный инспектор. Александр Барболин будет пресекать браконьерство и заниматься сохранением и защитой рыбных и иных водных ресурсов. С 20 апреля по 10 июня начался нерестовый период, и лов рыбы разрешается только поплавочной удочкой, не более 2 крючков. Остальные все сетки и другие виды ловли, они запрещены. За браконьерство предусмотрены крупные штрафы с конфискацией плавсредств. Если при задержании браконьера в его лодке будет обнаружена рыба, то в этом случае предусмотрена и уголовная ответственность. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».